Всем привет, ребята! Сегодня мы будем снимать челлендж футбол. Кто попадет в ту дырку? Мы уже делали такой челлендж, только не на видео. Он выиграл, не знаю, как Кирюша выиграл. Но правила простые. Мячик стоит у нас где-то вот тут, вот в этом месте. И нам нужно просто попасть и ударить в ту дырку. Ты первый? Хорошо. Ладно, давай. Он сейчас будет бить. Давай. Дырка вот тут. Почти. Сейчас давайте это сделаем реплей в slow motion. Вот это близко. Но теперь мой ход. Сейчас я буду бить. Если вы не знали, я левша, на моем канале я сделал видео про себя. Можете пойти посмотреть, но сейчас мой ход. Вот, ребята, я поставила камеру. Просто Кирюша снимать, оказывается, не умеет. Ну что, вы готовы? Пу-рум-пум-пум. Как же близко. Ну, я думаю, камера здесь будет стоять. Здесь очень хорошее место. Получается, вы сейчас в дырке. Не расстраивайтесь, но вы сейчас находитесь в дырке. Давай, твой ход. Бум-па. Что это было? Один челлендж, не расстраивайся. Первый раунд я победил. Первый челлендж был моим. Теперь челлендж вратаря. Ну, Кирюша не смог забить, поэтому я пока выиграю 1-0. А сейчас тебе нужно забить, рукой попасть вот в ту дырку. Да. Ну, давай, ты размахивайся и играй. Уф, ничего. Ладно, не расстраивайся. Что, мы такие много видео будем делать. Рам-пам-пам-пам. Я чуть не сломал все мои книжки. Ребята, если вы хотите больше видео от нас, то ставьте лайк и, конечно же, подписывайтесь на канал. Подписаться на мой. Это, да, на его и на мой канал тоже. Да. Красная кнопочка, она там внизу, я знаю, вы хотите. Вот красная такая же, как вот эти вот точки. На футбольный мяч. Давай, твой ход, на, держи. Вон отсюда, с этой линии. Да, туда. Вот отсюда. Почти, чуть-чуть посильнее, бро. Чуть-чуть бы посильнее, и он бы выиграл. Ну что, ты готов? Я не понимаю. Ты попал? Ой, я уже думал, ты сейчас попадешь, я буду загонять. У нас потом после этого еще один челлендж. Но если сейчас этот я выигрываю, то все, тогда я выиграл. Вот это было очень близко, реально. Он бы сейчас мог бы забить в slow motion. Давайте, Федор. Окей. Я должен с этим же покончить. Нет, я попал в коробку. Да, в этой дырке обычно коробка слева стоит. Вот она вот здесь. Вот. О, да только чуть-чуть посильнее, чуть-чуть повыше кидай, чтобы ты мог попасть. Окей. Давайте это что-нибудь как-нибудь. Вот это да! О, как было близко. Мне кажется, так не даже. Давайте вот так сделаем. Не-не, ты по обычному кидай. Просто знаешь, я же совсем его. Да, много лет. Чуть-чуть посильнее мне надо кидать, чтобы он залетел. Просто задом не очень. Почти, вы видели? Да. Да. О, я уже боюсь, я отворачиваюсь. Так, ребята, я понял. Чуть-чуть посильнее, чем все разы. Давай, это слишком сильно. Чуть-чуть выше, вот сюда попал. На посерединке другой дырки на держи. На старт сидит на дырке! Близко! Ау!
ну сейчас это пора кончать. Там нет ничего про вратарей, там не написано, как кидать правильный мяч. А я узнаю. Нет, я не буду. У меня запечатлели не уболи. Отлично. Ну давай. Бегись, я бью. Давай. О, не попал. Я думаю, сейчас будет так красиво, когда я вот так сижу, и он прям через перед над моей головой. Это так столько будет идти. Ребята, чалый все еще идет. Я хотя бы... Я думала, она сейчас уже залетит. Ребята, повтор медленной съемки. Наверное, нужно было здесь в самом начале видео мою футболку рвать, но она бы помогла. Скрингалко, выходи быстрее опять! Я думала, это просто, ребята, на этом мы закончим. У нас был еще один челлендж. Но мы подумали, кто забьет вот этой рукой, тот и выиграет 5000 рублей. Он это сделал. Пока. Спасибо.